Так, ран 21. Поехали. Синий Blue Baby. Блять. Я ненавижу эту хуйню. Марс. G3 ум. 9 G3 0. Так, 3.66. О, господи. Марс. Уже. Ну ладно. Я точно выживу. Я не выживу. Я нахуй точно не выживу. Пиздец ты прокаешь, просто движение стика. Можешь перейти на кнопки, но там, по-моему, тоже лучше не будет особо. Это хорошо. Королева пришла. Опять эта пыль на себя насобирала. Ладно. Так. Как же, блядь, неудобно. Что на стике, что на кнопке неудобно играть. По-другому называл. Неважно. Ей пофиг. По-моему, ей пофиг. Аня. Она теперь из-за этого ушла. На подоконник. Так, на подоконник. Там, ладно, там тепло сегодня. Сегодня можно, наверное. Ну-ка. Блять, шот спид, конечно, совсем низкий. Теперь из-за этого. Бля. Ну, закрыл. Нет, там плюс 15. Я нахуй сдохну с открытым окном. Что, с ума сошли? Там жара ебучая. Там сегодня не холодно, я ночью закрываю окно. Там плюс 15, я просто сдохну в этой духоте. Там не холодно. Вроде у меня ветра нет, что же хорошо. Сегодня вроде не дует хотя бы. Но сейчас просто я выгоню с подоконника. Это проще сделать. Так, еще отойду.
Так, надеюсь, я вернусь. Господи, телефон пора бы выкинуть уже. Ой. Так, все, поехали. Старс. С нулевой. Жалко, Марс нельзя выкинуть. Жалко, Старс не выкидывает Марс. Я кошку не выгоняю, просто ее подоконник убрал. Чтоб она там не сидела. Может, опять сквозняк будет, хотя сегодня вроде без ветра. Она на стол перешла. Там улеглась. Вернее, уселась. И теперь зло на меня смотрит. Потому что я выгнал с подоконника. И там было явно интереснее. Бля, не хочу. Пиздец. Как же Марс душит. Как же эта хуета душит, господи. Просто какой еблан эту хуету придумал. Блять, это долбоебский айтем. Лучше бы нахуй играл Стэн Трэнч с этой хуйней. Какая ж невыносимая параша. Ладно, попробую играть на кнопках. Стик просто нахуй невозможно нахуй играть. Он прокает сам по себе, просто нихуя не делаю, сам прокает. А чё он такой медленный? А потому что муха. Муха. Зря я кличу тайм-тренер. Да, пока плевать. До 100 стрика хоть дайте 20 тем-тренеров. Просто насрать. Пока мне плевать. Да, Чих и Марс это разные. Разные вещи. У них разная механика. Сокровища бесплатные. Керс руму бесплатную. Не сакрумы. Меченые. Я в курсе. У меня бомб нет. Есть, есть одно но. Как бы да, но. Это было глупо. Гуся пропнули. Ты троллишь? А, он даже бомбы на муху спаунит. Сильно. Так, ну жду секретку и, видимо, от мухи избавимся. Это не Excel. Билд, главное, хороший, в общем-то. Билд-то неплохой. Если Марс отсюда убрать, билд-то хороший. Эксперименты. А, ну естественно. Из дома не выхожу без тирсдауна. Его сменил год назад. Плюс-минус. Давно. Блять! Мухи быстрее меня. На нахуй. Игра Марсом. Ой. Это была игра умом. Но не Марсом.
Нет, он. А где, блядь, бомбы? Хотя бы одна в этой ебучей игре. Вопрос. Вопрос интересный. Я, конечно, могу здесь на ангеле, на самом деле, прокнуть Старс, что даже, возможно, будет умнее. Возможно, будет умнее. Чем в секретке. Сейчас, да, это, наверное, будет получше идея. Надо, чтобы дали ангела прямо сейчас. А шанс я еще не бафнул, потому что у меня бомб нет. Уже не могу этого взорвать. Шубкипера. Да. Ладно. Это не важно. Это тоже не важно. Это может помочь. Привет, бужик. Подожди, Марса может таранить шопкиперов? Серьезно? Вообще возможно. Хм. Возможно. Что-то такого не помню, что такое можно было делать. Тогда я бы лучше бомбу на меченый. В смысле, на этом. На. Да, реально можно. Эту роль. Тогда лучше оставлю на синий хипес. Будет полезнее. Мало. Не сдох. Да, блядь, я не хотел дышаться в стену. Босс говна. Сдохни нахуй. Пиздец, еще эта сделка боссна не прокнула. 72%. Ебанись нахуй просто. Просто сид говна. А, ты в порядке? По-моему, нет. Алло? Не, на стике вообще не играбельно. Ну через раз хуками куда прокает. Похоже, что спит болезненный. А, прикольно, ты даже его не убила. Прикольно. Не в ту сторону. Не в ту сторону. Да ладно, может и в ту. Четыре пять не работает на лобастера. Как и на кирку и на прочие странные активки.
Уф, это было близко. Загрузка. Либо кошка, либо донаты грузятся. Либо ничего. Когда как. Тогда кто? Полетели, но... А в смысле? What? А, типа я далеко стоял. Ладно, возможно. Возможно, это правда. Пойдем в эту руму. Два ключа потратим. Да, это Марс стартовый. Вау, ничего не дал. Кто бросил дэмэдж? Кто мне дал дэмэдж? Что? А, я же взял тайтом, господи, еблан. С кольца. Стример еблан, nevermind. Пусти меня. Не, хрень. Это хрень. Так, Старс карта все еще есть. Прикольный босс. Прыг на муху. Вот давай, прыгай на муху, хули ты ко мне прыгаешь. Муху видишь? К ней и прыгай. Уф. Тут дэш, кстати, возможно, даже полезно был. Сквозь слезы дэшить. Вау, Марс не бесполезный. Марс полезный. Шок. Положим. Предположим. L3, R3 есть. Ну, L3, L3, R3 в Айзеке никак не используются. И даже, по-моему, их не назначить внутри игры, по-моему. Хотя, может, и можешь. Не помню. Я заебусь урной пользоваться с этим Марсом, по-моему. Да и скорости мало для урна, по-моему. Верим в еще два этому. Правда, уже может быть не на ангеле. Теперь, может, все-таки нажму в секретке. А, вол, реально прошел сквозь. Окей. Повезло. Привет, Казакума. Рыба! Рыба гейминг. Которая тоже невозможно из-за Марса пользоваться. Люблю Dunk Depths. С такой скоростью после камушка. Трик. Так, не зарядил
Меченый ключ. Треснутый ключ. А! Охуеть, я думал, она уже сдохла. Ладно. Ну, теперь скорость, хорошо. Все не зря. Эти гусь, конечно, спасает игру. С этим ебаным Марсом. Похуй. Лениво искать. На босса, если там будет сделка, может там нажму. Если нет, то, наверное, все же секретки нажму. Понадеюсь на что-нибудь смешное. Секретки. Кто не прыгает? Бля, он прыгнул. Нет сделки. Скорость, слава богу. Это будет хотя бы теперь базовая, да, по-моему, скорость или типа того. Почти базовая скорость. Так, секретка первая. Чё, по-моему, я хер её найду. Нашел? Нет. Здесь может быть? Ёбаный, блядь. Осторожно, господи, ёбаный дипад. Какая же тут, блядь, хуета. На дипаде неудобно играть. Хоть курсы бесплатные. Один плюс. Даже тролль-бомб не было. Ладно. Вернули. Найс. А, тут ничего не было. Где-то же был вроде меченый. Мне это приснилось, что он где-то был. Где-то же был, по-моему, меченый камень. А, вот он. Ну-ка. А где? Подожди. Где секретки? Это ж обосранные. Тут, наверное. Ладно. Нашел. Не бахай. Да иди ты в пизду, ебаный костер. Господи, какой же ебаный шут спит. Просто пиздец. Как же нахуй раздражает. Жмем. Там была активка. Смужно, я еблан. Я взял нечаянно, правда, все равно. Ладно. Я не готов это рулить. Все равно. Ока. Это может помочь. В этом веселом ране. Тоже может помочь. Че теперь я могу прокать, кстати, гуся шарплагом. Это тоже довольно интересно, может быть. Пердергу. Билд и вправду странный.
Ну, скорее D4, а не D100, но... Да хер его знает, типа, готов ли я рулить билд. У меня кроме Марса все остальное это неплохо. У меня все остальное это довольно неплохо в этом ране. Но может быть да, может быть и D4 будет по итогу. Но правда у меня теперь... у меня же теперь есть айтем из секретки, я не могу нажимать D4. Я же там могу нарулить ТМ-тренер, и тогда это, возможно, будет софтлок. Хотя, по-моему, ничего не будет страшного. Вроде можно спокойно рулить ТМ-тренер. Возможно, ничего страшного-то и не произойдет. Не, просто он не рулит же айтемы в ТМ-тренер айтемы. Типа, ты не поломаешь айтемы, которые у тебя уже есть. По-моему. Это вроде не так работает. Ладно. Избавлю себя от мучений. А! Это планета, что ли? Это планета. С магнитом. И с Керстаем. Окей. Неплохо. Неплохо. Давайте дальше рулить. Давайте я буду айтемы видеть. Вот было бы клёво. Сип-трекер говна нормально работал. Статы безумно слабые. Ну, кстати, Евхарист. Давайте-ка это... Так, давайте-ка сделаем что? Найдем фулл карту. Зайдем на сделку. Все айтемы посмотрим. И потом будем ролить уже с D4 багом. И все. И тогда, возможно, кайфанем. Бля, ебаная активка, сука. Нахера мне активки там? Тут тоже активка. Тут не будет лестниц. Она не появится. Yes, every item that you start will roll into treasure pool. Clone vamp. Не, по-моему, она не появилась. По-моему, она только в зеркале может появиться. Там, потому что, типа, своя механика, по-моему, со стартовой румой. Не-не, тут ее не будет. Вот в зеркале там, да. Там всякие Айзек Томбы прокают, всякие кардридинги прокают. Там вся хуйня прокает. Там, потому что, типа, как будто новый этаж. Что-то вроде. 25, нахуя, я буду ролить 25 монет. В идеале вангельский айтем. D6? Не, я буду только рулить билд. Не, билда абсолютно нет. Пока что. Негатив заролит? По-моему, нет. Но я могу тем более его не брать сразу, на всякий случай. Я просто могу его не брать. И не негатив, а полароид. Меня запутать пытаетесь. Кстати, беда в том, что у меня уже может быть ТМ-тренер. Что я взял лотус. Ну, типа, даже если будет, то, наверное, я заролю его. По-моему, это не страшно. По-моему, если ты паролишь ТМ-тренер, он не ломает твои текущие айтемы. Вроде. И потом можно снова от него избавиться. Ой. Да ёбаный ты, блять, в рот, господи, за Марса не могу играть нормально. Перемещаться. Еще у меня фулл-карты нету. Еще я синих по не взял. Еще я троллю. У меня их Чембер. Это правда. Стоп. Их Чембер. А что он мне дает? Нихуя? Что я с ним могу делать интересного? С их Чембером. Спидап. Ну, за это тоже неплохо. Так, короче, да. Ну, ладно, получается, будет один четвертак рулиться в ангела, наверное. Пофиг. Я бы так. Полароид можно не брать, но он не должен рулиться. Потому что ключи ангела, ключи там на мать. Всякие полароиды. Эта вся хрень, она не ролится, это сюжет на этом, и они не должны ролиться. Кстати, может быть, раньше ролились, не помню.
Раньше, возможно, ролились. Тоже уже не помню, как раньше-то работало. Но тут все нормально в этой игре. Тут все нормально работает. Ах ты, тварь. Ну это как бы же айтем, я типа его потрогаю. А этого хватит, что я просто его потрогаю? Возможно, нихуя не хватит. Формально это айтем, формально я его потрогал. По идее, я пул взял ангела в себя. Как будто. Но не факт. Сейчас, возможно, мы узнаем. Типа, если да, то у меня, по идее, будет два, да, этому сейчас с ангела. Или три, вернее, даже. Не, два этому будет с ангела. Так что, просто ролим. Глич корона. У меня, кстати, два этому с ангела. Вроде, даже, может быть, три, потому что, а хер поймешь, у меня... Типа, у меня... Ну, как бы Celtic Cross и Мантия и Серафим, они могут быть с любого пула, по факту. Они все есть в этом пуле, поэтому хуй поймешь. Это вообще не факт, что они именно с ангелом. Блин, яйца поздно. Ну, типа глич корона я еще могу ролить. Ну, вообще, давай, ладно. Я надеюсь, еще будут сделки какие-нибудь веселые. Наверное, нормальная тема. Тут можно тоже паролить, кстати. Тут тоже можно паролить. Заодно. И денег можно закинуть. Тоже неплохо. Окей. А, окей. Я знаю, что у меня айтем золотой, я знаю. Тут тоже будет айтем хорош. Вот, например, дэмэдж. Ну или покегол. Тоже неплохо. Тоже хороший айтем. Даже без шуток. Это не будет, да, конжой, потому что я паролил. Это не будет конжоинт. Пурина неплохо. Ну, хотя даже тем более с мантией, наверное, совсем неплохо. Надо как-то пурину забрать. Это будет конжоинт. Ладно. Пока попал 2 из 2. Окей. Ну, забавно, что мне дали конжоинт. Я думал, потому что айтемы я их заролил, типа оно не посчитает, что как будто у меня уже 2 айтема есть. Но, видимо, я был неправ. Все посчитало. Но это будет хороший ран. Все-таки D4 все еще хороший айтем. Когда у вас ран говно. Все еще вполне себе нормально спасает раны. Всяких марсов и прочей дресни. Это мне не надо. Да не нахера ролить. Сейчас уже билд буду собирать через корону. Сделка, надеюсь, будет еще одна хотя бы. Да и, в принципе, билд нормальный уж. Этот билд вполне себе жизнеспособный. О, у меня еще и бэттери есть, ёб твою мать. У меня еще двойные роллы. Ебанись. Ебанись. Это ж какая же будет сочная эта сделка будет, если я получу, особенно с ангелом. Чтоб там еще ключ паролить. Нифига себе. Два ролла с короной. Это ж просто безумие. Там по-любому какой-нибудь... Будет ставить годхэт, наверное. Наверняка же. Ладно, я пытался. Лень фармить. Больше не будет. В теории, возможно. У меня будет максимум шанс где-то 72%, наверное. Максимальный. Так что, может, и не будет. Посмотрим. Терза мне еще даст терзы. Даст. Анда. Это ж не трипла, я еблан.
Chicken joint, конечно, даст. Конечно даст. Невидимка. Ладно. Танкру нам. Ага. Ага, понял. Ничего интересного не получил. Все мое, ничего не дам. Блин, что? Кто пернул? Кто это был? Куда муха? А, это был, наверное, этот. Это печенька была, наверное. Firemind. Ну ладно. Это был ты, ну ладно. Извиняем на первый раз. Во. Покего имба. Уже дали вагина мужика. Блять, ты можешь его пока не пиздить? Дай ему проснуться, блять. Так, требую ангела. Хотя, может, даже дьявола. Плевать. Любая сделка будет нормальная, наверное. Что-нибудь да найду все равно с нее. Ну или такая сделка тоже нормальна. Такая сделка тоже хорошая. Ладно. Жаль. Это было бы так эпично. Это было бы так эпично. Может, тут будет сделка с Кёрсом. Сундук телепортный. Не будет. Или будет? Не, не будет. Все же не будет. А вообще, шикарно. Я бомбы не поставил, почему? Вроде же поставил. Ведь сам себя наебал. Еще там парень, сука. В смысле? Это он заебал уже. Пустите меня с него. Найс. О, еще один. Let's go. Блять, туёбок на языке. Да пошел нахуй. Упс. Нет, не хочу больше рулить. Билд больше не хочу рулить. Ебать замедление. У меня нет больше этой хуйни, меня заебало время тратить. Слишком стал подыхать много. Я больше не веду эту таблицу. Я не хочу ролить там, может быть, этот, как его... А может быть... А, старую на старую стэц. Команда та же.
Все, я не деактивировал. Вроде не должен. Костя, я жадный. Я хочу гига-имбу. Соя не гига-имба, соя дикая хуйня. Тут таких возможно с моим шотспидом. В принципе, гвозди тоже. 20-20, по-моему, ничего особо, наверное, не изменит. И изменит. А что будет 20-20 с Conjoint, как это будет работать? Трактор, блин, даст Тирзу, но даст шотспид. Я не хочу шотспид. У меня уже нормальный тир, по-моему, так. Будет 4 тикса. Звучит скучно. Лучше еще раз паролю. Ага, соси, блядь. Бримсу хотел уже ёбнуть. А. Спасибо. Кнопка. А, наверное, да. Ща паролями спать. И баньки. Ролл. Рип. Паразит работает с таких сом. Не уверен, но плевать. Спатьки. Раз не будет ебана темноты. Это тоже более пошли смешные айтемы. Полифемус. Вот. Да похуй, наверное, остальное так сделать. Так, ладно, все. Заканчиваем. Фига его у нас. Кнопка, ну блин, кнопка хороша. Ну, извини меня, не фармить глич корону, это ну блядство. Как можно не фармить глич корону? Я шо, тварь? Шо, похож на тварь? Эту корону вижу раз в 1000 лет. Бля! Ладно. Уже похуй. Спасибо, что не блэссинг. На самом деле я хотел блэссинг, но неважно. Неважно. Может быть, это и к лучшему, что я не взял блэссинг. Может быть, так даже лучше. Лостик. Чисто его убить, просто взять. Чтоб он сдох в этом районе. Хотя, может, даже не умрет. Возможно. Нихуя. Здорово. А вот и паразит заработал. Ну... А, ну да. А как? Как это доджить? Он тут же их берет. Я... Моя не понимать. Как это доджить? Ладно. Похую. 21. ГГ.